Синий цвет и все его оттенки – это цвета стихии наступающего года по восточному календарю. Хотите украсить дом или елочку к Новому году в актуальные цвета? Приходите в магазин «Время подарков». Здесь вам помогут подобрать украшения, которые будут хорошо сочетаться между собой. Например, вот такая белая красавица, украшенная синими игрушками, смотрится морозно и по-королевски роскошно. Но здесь все дело вкуса. Можно также наряжать елку, придерживаясь и других цветов – красного и золотого, желтого и зеленого, фиолетового и ягодного. Елки, оформление которых выдержано в двух определенных цветах, выглядят очень стильно и опрятно. Без новогодних гирлянд на елках сегодня просто невозможно представить Новый год ни дома, ни на улице. Также очень популярны и сказочно красивые композиции из объемных светящихся фигур. Паровозик с заснеженной крышей – это невероятно праздничное украшение интерьера. Может использоваться в качестве фигурки под елочку, а также для оформления торгово-офисных помещений. Снежные шары – это традиционный подарок на Новый год и Рождество. Потрясите сувенир, и внутри шара начнет кружиться блестящий снег. Также создать сказочную атмосферу Нового года и Рождества поможет музыкальный шар. Играет рождественская мелодия, и внутри крутятся вихри из пушистых снежинок. Живописное основание шара, расписанное вручную умелыми мастерами, делает этот сувенир подлинно уникальным подарком, который заворожит внимание и согреет теплом ваших близких в долгие зимние вечера. О сувенирах и статуэтках с символом года сказано уже много. Несомненно, они должны присутствовать и в новогоднем оформлении, и могут стать актуальным подарком. Из новинок в магазине – никелированные подстаканники, гравировка на которых содержит поздравления с Новым годом, а символ года, несомненно, принесет удачу. И напоследок, в новогоднюю ночь самое главное – это ваше настроение. Ведь, как известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь. А значит, важно обеспечить себе веселый праздник в доброй компании. А если вы еще и заручитесь поддержкой покровителя года, порадовав его праздничным оформлением с учетом вкусов лошади, то успех в новом году вам обеспечен. Вас ждут в магазине «Время подарков», Анапа, улица Ленина, 153.